Вот он. Спасибо большое. Да, вот сейчас мы так. Так, а светофоры здесь, я так понял, не работают, а люди здесь скопились. Поэтому надо проходить. Вот такой привоз. Говорят, что реконструированный. Да, говорят. Павильоны какие-то здесь. Да, ну заходим на привоз. WC туалет. Угу. Это большой, я так понял, рынок. Виприз. Виприз. Это просто рынок. Да, Наташа, это просто рынок. Ну, мы на привозе, сладкая. Где рыба? Рыба, наверное, вон там под крытой историей. Нам надо рыба. Рыба будет там, рыба нас. Ждет там рыба под над вот этой вот штукой. Бангладеш, welcome to Бангладеш. В Одессе. Не, какой привоз, привоз. Привоз. Ну, там тоже какое-то интересное здание. Ну, давай туда зайдем. Наташа, смотри, там как площадь прикольная. А давай зайдем на минутку туда, а потом зайдем в то желтое здание. Вейники, друшлаки. Вот еда. Да. Вот начинается еда, всякие вкусности. Всякие руколы, да. Пахнет квашеной капустой соленой. Вот с улицы, блин, вообще, да? Такое ощущение, что в детство попал, да? А, вот она. Рынок-рынок с большой буквы Ры. У нас уже в Киеве такого нет. Вот нет у нас такого большого крытого рынка. И троежка. Не, ну троежка, там шмотки, там нету еды. Вот здесь как бы и шмотки, и еда. И все в подряд. Ну, в Лисике, да. Тоже еда. Не, ну он маленький, он маленький, он как четверть этого рыночка вот крытого. Луганский так. Ну, в Луганске. Ну, там тоже такое же. Большой, да? Ну, нет, нет, я имею в виду по старинным стандартам. То есть по стандартам, где... Да, и шматье. И собачка. Собачка. Вон там еще крытая, смотри, территория. А здоровый рынок. Привозище. Привозище. О. Пирожки. Туалет. Платный.